Всем привет! Заехали в Оби Парнас посмотреть, что тут у них есть интересного. Уценочка 519 рублей. Три цветоноса. Белая. Гигантская. Померла уже. Корней нет. Все, собственно говоря. Камбрия какая-то тут тоже умирающая. Тоже 300 рублей. Тут еще парочка. Что это тут? Мельтония. Мельтония. 449 рублей. То, что в таком виде. Вот. Корни все сухие. Ну, вот как-то так. Насчет оценки. Куда они все дели? Давайте посмотрим. Говорят, завоз должен был быть, но что-то нету. Вроде как, пока не вижу завоза никакого. Смотрите, какой паучок красивый. Очень красивый. Прям паук-паук. Так. Ну, эти стояли здесь уже. Их уже давно пора распродавать. Цветочки уже некоторые потеряны, а цены-то не падают. Вот это 4300. Представляете себе? Так, а это 1300. Цветочки уже, мультифлорки все попадали. Ну, все равно дорого. Так гигантеллы так и стоят. Что-то особенно никто не раскупил. Так, гигантеллы сколько стоят? Меня все спрашивают. Сейчас мы очки оденем, посмотрим. 2599, к примеру. Так, это, ну, грубо говоря, 2600. Так, ну все орхидейки уже грустненькие стоят, уже да. Уже да. Сейчас посмотрим повнимательней. Да мне муж там показывает что-то. Что ты там увидел? Что? Вот эту? У меня же такая есть. Нет. Я что-то необычное вижу издалека. Ну, к примеру, вот из этого, что вижу в ближайшее ко мне приближение, это вот это более-менее красивое. Так, нет, нет, все разобрали, конечно, все, что тут было более-менее приличного, все разобрали. Ну, осталось все как обычно. Ну, ничего, ничего пока не вижу. Сейчас до конца ряда дойдем. Крашенки. Тоже уже не первой свежести, мне кажется. Так, здесь чего у нас? По 699 рублей. Одна стрелка. Тоже так. Вау. Ну, вот это стоит внимания, конечно. Это да. Ой, биглип. Смотрите. Любители биглипов. Так. Так, 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 сейчас. Вот, какой красавец биглипчик. Очень красивый, да. О, еще один вижу там. Еще один биглипчик. Так, что-то там оранжевенькое. Ну, тут вот как-то так сосредоточились более интересные орхидейки. Красавчик какой. Наверное, рублей 700, а может и больше. Такая вот. Вот эти хорошие, вот эти мне нравятся. Вот это мне нравится. А, это биглип. Ой, ой, какой красивый. Начинается. Достань, пожалуйста.
Сейчас муж мой достанет. Ой, вообще мне нравится и вот тот, и этот. Ой, какой хорошенький. Ой, какая прелесть. Да, уже кто-то здесь его ковырял. Смотрите, какой, да, чудный. Так, и это сколько? 500? 569. Мы взяли там, где 569. Сейчас я посмотрю. Мешок с него уже упал. Да, слушайте, 500, ой, 639, но это за 569. Ой. Чё делать-то, народ? Какая красота. Ну, тут тоже мне нравится, вот тут очень тоже нравится. Слушайте, я столько не зарабатываю, на самом деле, сколько уже за последнее время на орхидеи потратила. Так, сейчас еще посмотрим. Для вас уже. Подержи-ка. Туда лучше не ходить. Туда лучше не ходить? А что там такое? Вот такая же. Ой, да, тоже. Это похоже? Да, это такая же. Тоже беглипчик классненький. Этот побольше, как тут как-то помельче. Какая красота. Но это в прошлый раз их не было. Значит, что-то подвезли, наверное, парочку штук. А что ты здесь увидел красивого? Твои любимые тона. Мои любимые тона рыжие. Ну, такая же у меня есть. Что? Меня этим сейчас уже не удивишь. Нет, нет, нет. Нежная красота отсвечивает немножко в пакетике. Пакет, да. Ой, слушай, можешь мне еще вон тот беглип достать? Я хочу посмотреть цену, вот этот, его разглядеть. Нет. Мне еще на самом деле муж никак не может понять, где беглип, а где не беглип. Я его буду обучать, наверное, сегодня. Конкретно по этому предмету. Ой, ну вот их здесь куча. Попривезли. Ой. Что ж такое-то? Какие-то такие единичные экземплярчики проскакивают. Так, сколько он там стоит? Посмотрел? Сейчас мы вам скажем. Сколько? 600? Не слышу сейчас. В общем, беглипы все получаются по 569 рублей. Они как и были те по скидке, которые... Ну, в прошлый раз, когда я здесь в Ове была, такая же была скидка небольшая. О, красота-то, да? Страшная сила. Тут тоже красота. Я вот на такое вот падкая вот на такие всякие пушечки вот такие вот. Да. Минички, по-моему, тоже, мне кажется, подвезли. Крембрери чачу навезли тут. Желтая у меня есть такая? Такая у меня тоже есть, наверное. Ай, сейчас посмотрим еще. Муж мой пока стоит с двумя в руках. Я вот здесь уже изучила корни. Вам не стала показывать, но они очень сильно залитые. Поэтому тут, конечно... Так, а это сколько стоит? Так, это что такое тут? Что-то такое я нашла интересное. Ой, какая затычечка. Это они на воду им наливают снизу, поят их. Так, это тоже, слушайте, по такой цене. Это очень хорошо. Это очень тоже хорошо. Какие-то листья у них бледноватые. Мне это напрягает последнее время, когда у орхидеи бледные листья.
Ну да, тоже немножко бледноватые. Так. Ну, я так понимаю, что здесь все, наверное, по такой цене. Слушайте, они, наверное, сейчас немножко скидывают, потому что к Новому году, может быть, еще что-то ждут, какой-то большой привозик. Скорее всего, потому что 639 тоже. Интересно. Вот еще белый есть биглип. Так, ну здесь у нас три стрелки. Это, наверное, горшок треснутый прям. Кто-то меня схватил неудачно. Корни все сухущие. Здесь забыли полить. А, нет, здесь уже корней уже практически и нет. 1200. Значит, 30 аноса 1200. Ну, еще и биглипчик к тому же. Так, что тут еще хорошего? Так. Ну, это вот то, что я купила. Андора. И, кстати, по-моему, тоже тут три цвета носа. Сейчас посмотрим, сколько она здесь стоит. Насколько я Леруа надрала. Насколько они ошиблись в цене. Ой-ой-ой-ой. 1200. Ну, правильно, у них такса 1200. Вау, смотрите, какая. С двумя точками. Так. Тоже пятнышки, конечно, шикарные. Так, ну здесь опять гигантеллы. Гигантеллы. Что тут еще? Вау. Ну, это здесь частенько бывает. И она именно почему-то в таком, ну, именно вот по 2, по 3 цитоноса букет на ее продают. Она очень классно смотрится. Просто вообще. Это тоже за 2500. Ой, смотрите, в подарочной упаковке биглип. Так, ой. Я вся изохалась-то, правда? У меня просто эмоции зашкаливают, когда я вижу красоту такую неземную. Так, я посмотрю, там интересно, в упаковках обычно, в таких они бывают, сажают по два, знаете. Нет, тут один. Но я думаю, стоит дофига. Даже и смотреть не буду, расстраиваться. Вот так вот они в сумочку ставят, и сразу цена в три раза дороже. Что тут у нас еще хорошего? Ансидиумы. Красивые, желтенькие. Так, что там еще у нас? Катлея желтая. Смотрите, какая очаровашка. Красотка? Супер. Так, цена вам нужна? 1200. Пожалуйста. И ни в чем себе не отказывайте. Так, ну что, перейдем к крашенкам. Сегодня у нас очень сильное тут прямо разнообразие. Прямо из розового в голубое, из голубого в розовое, в зеленое. Так, ну это, кстати, не GMP, это какая-то другая фирма. Да, как-то по-другому. А, нет, есть... А, GMP просто одну поставили сюда. Так, на дуге. Ой, тут вообще весь он какой-то... Кстати, что это за кора такая? То ли она так испортилась уже, то ли я не знаю. Уважаемые покупатели, согласно постановлению правительства Ленинградской области... О, желтеньких. Ну, у меня такая есть. Даже, по-моему, две я себе купила от жадности. А вот мультифлорка совершенно шикарная. У меня такая есть. Света, ты спрашивала. Вот я тебе показываю. Вот это она точно. Да, но здесь у нее
два цветоноса, она, наверное, дорогая здесь. Это... Она бывает в один цветонос и стоит, как все. Это GMP. Сейчас скажу, сколько стоит. 700 рублей, кстати говоря. Не смертельно, не зашкаливает. Очень шикарная. Так, сейчас еще вот с той стороны обойду. А, вот эти еще. Ну, они тут уже давно стоят. Очень классные тоже я. Тоже любуюсь вот этой вот красоточкой. Так, желтенькие тут без пакетика уже. Скоро пойдут на распродажу, наверное. Ну, эти, по-моему, мультифлорки и были здесь. Гигантеллы. Ну, это вообще, цветы-то все больше и больше. Корни, как мои пальцы. Зато короткий. Да ничего, он не короткий. Мы просто обрезали, смотри. А потом он все равно вырастет большой. Ой, ну цветы, конечно, просто. Это я не знаю, какой размер. Я даже не знаю, сколько это сантиметров, наверное, 15, да, примерно? Где-то так. Такая у меня есть? У меня нет вот такой. Вот такой у меня нет. Но она здесь что-то там 3000 стоит. Это вообще что-то нереальное. Ух ты, какие мультифлорки пушистые. Смотрите, как этот гиацинт цветок. Как будто огромный гиацинт стоит. Смотрите, какая прелесть. Но это все дорого. Дорого все. Тоже все там 3, 4 и так далее. Навезли сейчас. Ну, GMP навез вот этих желтеньких, шикарных. Сейчас, кстати, я посмотрю. Тоже, наверное, рублей 700, я надеюсь. Не больше. 699. Вот эти вот желтенькие. Ну, какая очаровашка на дуге. Две дуги в одном горшочке. Смотрите, два цветоноса. Как усы у него. Ой, мультифлорочка уже вянет, вянет, вянет. Красотулька. Сколько она там? 1300. Уценят, наверное, скоро. Кому-то повезет. Смотрите, сколько у нее корней. Какая прелесть. Я бы сразу бы ее бы чик на новые корни посадила бы. А старая бы мне пенечком детку дала бы. У меня уже манечка на этой теме. Вот уже белеют они, видите, белеют. Цветочки новые распускаются, краски уже, краска не доходит до новых бутонов. Они уже белые. Суперский все-таки он, да? Ой-ой-ой. Там мне тоже вот очень нравится. Очень-очень конопушки. Ее мне прямо по сердцу пришлись. Шикарная она, шикарная. И это шикарная. Тоже немножко миник с этой стороны. Ну, такие уже распотрошенные. Они, кстати, 400 с чем-то, по-моему, стоят. Расскажу точно. Ой, наврала. 639. Вообще офигеть. Ну, тут два цветоносика. Потому что, видимо. Хоть бы какая-нибудь бабочка. Или какой-нибудь вот микроскопический биглип. Купила бы я тогда себе. А эти вот обычненькие, они уже как-то не катят. В единственном экземпляре, кстати, только. Больше я такой здесь не видела, только одна. А я так вроде все внимательно изучила.
Еще раз медленно прохожусь. Смотрите. Так, вот это вот, кстати, в один цветонос тоже GMP-шная. Да, тоже. Ну, почти за 700 рублей. Фикусы никому не надо. Чего фикусы не покупаете? Смотрите. Всего 7 тысяч. Какая прелесть. У меня такой был на работе. Я его уже пристроила. Поменьше немножко. О, красота. Были бы они только не такие огромные. Листья, конечно, у них. Да... Это 1400 такой размер. Это почти 600 рублей. Ой, даже больше, 630. Очень что-то дорого. Просто я не знаю. Интересно, вот эти цветы периодически привозят, или они все время у них цветут тут? Или он вечный? Очаровашка стрелиция. Интересно, вот ее название от того, что она растет, как будто стрелку пустила. И стрелки еще стрелки. Или почему ее так назвали? Я бы ее назвала бы какой-нибудь, знаете, гребешок. Необычное растение, конечно. Ничего не знаю о ней. Никак растет, ничего. Просто любуюсь. И вам показываю. Немножко изнанки. Мимо проходя. Это у нас поливчик. Поливают маленечко тут. Что еще вам показать интересного? Ой, какой. Это типа аспарагус, что ли, называется? Посмотри. Да, действительно, я помню. В моем детстве в школе у нас такие были цветы. Очень было популярно и модно. Слушайте, какой он все-таки, да, необычный цветок. Я только сейчас понимаю, какой он шикарный. Обалдеть. Он такой, смотрите, мелкий-мелкий, мелкий-мелкий. Очень красиво. Было бы куда ставить. Прям даже, наверное, заинтересовалась бы. Там кактусы, 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 мячики за бешеные деньги. Новогодние суккуленты. Декабристы. Чудо-дерево. Может, мне такую купить штуку? И подвесить туда свои орхидейки? Есть всякие композиции. Ой, смотрите, какие камушки. Кувшинчик. Подарочные такие кактусики. Смотрите, какая прелесть, как посажена, да? Слушайте, они сидят в грунте, а сверху просто камнями заложили их. Или это цеолит? Сейчас я посмотрю. Пачкается. На цеолит похоже. О, какие разнообразные. Какие горшочки красивые, смотрите. Так, цена вопроса. 500 рублей. 500 рублей вот это. В честь праздника, наверное. Ой,
Какие красивые. Ой. Разнообразие кактусов меня иногда впечатляет. Смотрите, море красулы или толстянка, как ее еще называют. Большое дерево 3700. Где-то сантиметров. Ну, ее стригут просто, она не очень высокая, но такая объемная. То есть горшок у нее где-то литра 3, наверное, примерно. Ой, да, это акция, по акции. Так она 4 с чем-то. Поменьше горшочек, 1200 или 1300. И совсем там маленькие 600 рублей. Маленькие здесь декабристики. Опять новогодние суккуленты. Господи, они же сдохнут, мне кажется, после такой обсыпки. Бедняжки. Ой, какие, смотрите. Это вообще, я не знаю, снегом их искусственным, что ли, обсыпали. Ну, это, наверное, одноразовые сейчас растения для украшений, потому что вряд ли потом им хорошо будет житься, если они выживут. Композиция какая-то. О! Красиво. Ну, посмотрим еще и в этом зале, что тут интересного. Бальзаминчики, хризантемки, гипиаструмы, азалии. Азалии прекрасные. Люблю полюбоваться на них в магазине. Ух ты, смотрите, какая. Подкрасили тоже маленечко для красоты. О, смотрите, какая. Ничего себе. Какая ажурная. Вот это, да, сорт какой-то. Гипики все расцвели. Там один свалился, упал. Празднуют уже Новый год, наверное. Цикламенчики, конечно, всегда зимой их много. Привозят разных расцветок, разных размеров. 369 они сейчас стоят, а стоили 400. Немножечко уступили в цене. Это для тех, у кого балконы или какие-нибудь зимние сады. Все-таки они любят прохладное содержание. Примула, как обычно, любят они выставить, когда мне некуда ее посадить. Красота! Разнообразие расцветок, конечно, поражает. Я под впечатлением. Ой, смотрите, там какая синяя прям в глаза мне бросилась. Да. Я бы разошлась тут, если бы вот сейчас весна была бы. Я бы купила бы. Кливии. Герань. Называю то, что знаю. Остальное очень сложно произносить. О, какой. Нашла еще одну тележечку с уценкой. И тут тоже почему-то орхидеи. Обычно они здесь не ставили орхидеи в этом зале, но сейчас что-то поменялось, наверное, в жизни. И теперь обратно поставили. 329 рублей вот эти белые. Белые в основном, одна тут какая-то розовая орхидейка на дуге. Вся в грибке, в укусах каких-то, я вижу, там у нее укусы. Вон дырочки на листе прямо, там видно. С горшка она выпала давно уже. Даже смотреть не буду, сколько стоит. Мне просто на самом деле некуда поставить. У ценки уже все, я с ними временно завязала, потому что... Ну, потому что некуда, некуда.
примулу на распродаже, которая отцвела, 29 рублей. Пожалуйста. Не хочу повторяться, но была бы весна. Я бы все бы вот это забрала. И засадила бы там себе целую клумбу. Но сейчас куда их? На дачу я не поеду. Даже негде и прикопать. Ну все, наконец-то сезон роз у них закончен, что ли? Все они наконец-то вянут уже. Сколько ж можно стоять. Хотя, смотрите, новые росточки. Бутончик сломан. Но они их еще не распродают уж совсем-то. Осталось мало вот больших таких. Вон там еще вдалеке, я вижу, стоят, которые поменьше розочки. Гербера яркая такая. Распродажа елочек, сосеночек. Хорошенькие такие. 300 рублей, 279. Все хапают елки натуральные. Там очень много народу ходит. Все покупают. Он там прям. Чем ближе к Новому году, тем больше народу. Подставки для елок. Смотрите, любые, на любой вкус. Чуть-чуть еще Нового года вам напоследок. Ну, все мы посмотрели, что-то купили, что потом вам скажу. Всем спасибо за внимание, всем пока!